Повышая надежность электроснабжения, специалистами восточного филиала компании «Россети» Московский регион установлен новый распределительный пункт. Электроустановка напряжением 10 кВ расположена в деревне Назимиха городского округа Щелково. Активный приток населения, развитие промзоны, как результат возросшей на сети нагрузки, стали основанием для увеличения объема работ, связанных с ремонтом и реконструкцией электрооборудования. Проведенные работы помогли повысить надежность электроснабжения сразу нескольких населенных пунктов. Была построена двухсекционная РП. Значит, она состоит из двух секций, 12 ячеек. Значит, тем самым мы обеспечили выдачу мощности. Значит, быстро развивающиеся населенные пункты, такие как Назимиха, Трубино, Литвиново, значит, растущую промзону в данном населенном пункте Назимиха, повысили качество электроснабжения абонентов, ну и, соответственно, надежность. Мы построили его с учетом роста нагрузок. Соответственно, у нас здесь есть еще резервы по техприсоединениям. Для выдачи мощности в РП, значит, с питающего центра в городе Фрязино, наша подстанция Фрязино, 110 кВ, была построена кабельная линия, две кабельных линии, общей протяженностью практически 20 километров. В своей работе энергетики используют различную технику, которая позволяет достаточно точно и быстро провести диагностику сети с целью выявления возможных неисправностей. Так, мобильная бригада провела осмотр воздушной линии электропередачи. Для проверки контактных соединений используется именно тепловизор, так как с его помощью легко определяется, есть ли нагрев. Его отсутствие – показатель того, что сеть работает в нормальном режиме. В зависимости от характеристик нагрева производится либо немедленный ремонт, либо устанавливаются определенные регламентные сроки работ. Такие плановые проверки проходят при вводе в эксплуатацию инфраструктуры и далее дважды в год. Также специалисты провели осмотры нового распределительного пункта. В целом результат проведенной энергетиками работы, установку нового распределительного пункта и кабельных линий жители смогли оценить сразу, ведь перебоев в электроснабжении, как они говорят, больше не наблюдается. Мы видели информацию в соцсетях нашего территориального подразделения о том, что планируются работы по улучшению энергоснабжения нашего поселка. И в последний месяц, с момента введения распределительной подстанции, мы видим явные улучшения. Мы очень рады этим нововведениям. Спасибо огромное за проделанную работу. Чтобы обеспечить бесперебойную работу новых объектов энергетической инфраструктуры, специалисты восточного филиала компании «Россети» Московский регион провели замену трансформаторов в 9 населенных пунктах на новые повышенной мощности. Ставим трансформаторы большей мощности, повышаем тем самым надежность. Значит, вот, например, благодаря уже проведенному этому комплексу мероприятий, значит, были заменены трансформаторы мощностью от 160 до 400 кВА. Значит, и тем самым мы повысили надежность целого ряда населенных пунктов. Надежное, бесперебойное электроснабжение потребителей, показатель эффективности работы, приоритет для энергетиков. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.